natin sa Daragiri Mali. Assalamu alaikum, Misha Aka. Assalamu alaikum, Daragor Mali. Меня зовут Акбар Азиз, бин Альтруб Хатаб. Очень приятно. Я приехал к вам из очень далекого Самарканда. Я так торопился, Миша. Я загнал двух старых ишаков. У меня было два ишака. Одного звали Берни Сандерс, второго звали Джо Байден. А я, дорогой, приехал из солнечной Армении. Армен из Армении. Мы хотим тебя поздравить. Пожалуйста, походи. Пожалуйста, можно стульчик поставить? Табулетка. Дайте стульчик. Табулетка. Табулетка. Садись, пожалуйста, Миша. Садись, дорогой. Стэнни. Подожди, подожди, подожди. О. 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 Куплеты? Мы тебе написали куплеты, дорогой. Еще раз.
Я могу у вас попросить 4 рюмочки? Текила, текила, текила. Текила. 4 рюмочки. Заряжай, пожалуйста, да, дорогие. Сделайте нам 4 рюмочки текилы. Мы должны тебе сделать несколько подарков, дорогой. Андрюш, I can always count on you. Спасибо, дорогой. У нас в Самарканде такого нет. Мишака, подожди. Еще не вечер. Еще не вечер. Еще не вечер. Дорогой наш, за тебя. Хорошо, пошла. Мишенька, мы тебе подготовили несколько подарков. Коля, я тебя хочу. Экстремный секс. Эй, Миша, в этот день торжественный. Я хочу тебе подарить самый ценный подарок. Это самоучитель армянского языка. Подожди, он живет во Фредерике. Оп, сори, во Фредерике. Зачем ему самоучитель армянского языка? А ты что, не слышал, что ли? В 2020 году армянский язык будет самый интернациональный, блядь. Так что учи, дорогой. О, еще у меня есть один подарок. Тихо, 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 тихо. He's full of surprise. Я хочу тебе подарить шампунь. Настоящий шампунь для просто волос. Подожди, 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 дорогой мой. Эпиляция. Это же не для волос, это от волос. Что ты мне подарил, да? Мужики, мужики, не выкидывайте. Мне для спины пригодится. Миша, у меня для тебя тоже есть подарок. Я, конечно, не Кинг Соломон. Но у меня есть 5 жен. Вот каталог. Я тебе одну дам. У тебя есть выбор, я тебе расскажу. Юра, ты еще там выйти. Пешком, а? Пешком. Миша, первая жена. Слушай, красавица, высокая блондинка. Танцует, поет в постели сказка. Вторая жена, рыженькая, спортсменка, комсомолка, красавица, не сиськи, вот так. Миша, третья жена, как она готовит плов, Миша, она так готовит, это песня. После этого плова уже больше ничего не хочешь, такой плов получается, она готовит. Просто сказка. Ты тоже сказывай после меня. Очень no, the plow one. The one that plow. Четвертая жена. Умница. Послушай всех. Сколько денег я тебя слушаю, я не могу их потратить. Мой брат не может их потратить. Брат моего брата не может их потратить. Молодец какая, а? Миша, пятая жена. Миша, честно тебе сказать, пятая жена. Она страшная, как крокодил. Она толстая, как бегемот. Если она готовит яйца, у меня пожар в доме. Руки у нее просто из жопы растут. Жопа большая, но руки из жопы растут. Миша, у нее одно достоинство, она молчит. О, а можно мне такую? Дорогой, это моя любимая жена. Мишенька, дорогой, мы тебе подготовили песню в твой день рождения. Скажи, крутится все быстрее. Стал ты, Миша, на год взрослый. И здесь на сцене твои друзья. Поздравляем мы все тебя! Миша стройный, как Аполлон. Аккуратно пришел же он.
ты неплохо поешь, друзья. И красиво, почти как я. Раз, два, и садись.